watch, please. Oh, great. This is okay. I just bought it. I still didn't use to travel with this one. Thank you. Подошел парень познакомиться. Американец. Симпатичный такой. Здесь это редко, здесь симпатичных мужчин очень мало. Так вот, с ним что-то разговариваем, я говорю, а чем ты занимаешься? Он говорит, Special Forces. Это типа спецназ в Америке. Он говорит, что даже хотел в Украину по контракту воевать, но что-то не берут, хотя, говорит, очень хорошие деньги платят. Я не знаю, это может он подкатить хотел и так сказал, а может реально. Девчонки держат синий паспорт, я так, украинки, я говорю, на родину. Прилетали сюда, значит, погостить сами с Запорожья. Мы-то так посвистели, пообщались, в общем, в Торонто, да, они посмотрели, но нет, хотят в Украину. Но вот мне тоже интересно, как Торонто, это совсем другой город, Реджайна и Торонто, это вообще как черное и белое. А, блин, живу вот в этой стране, а в Торонто так нормально не была и не погуляла, капец. Вот, ну ладно, давайте сейчас не про Торонто, а сейчас про Украину. Мне сейчас 8 часов лететь. О. Родные стены. Утро было доброе, ночь, кстати, была тихая. Да. Я сейчас прилетела и первую ночь переночевала у родителей, а сегодня буду заселяться в отель. А была утром тревога, да, сейчас там, кстати, бомбят другие города, но в Одессе нормально. Вот я, так, я, знаете, я лежала вот сегодня утром и думала, а что я хочу съесть? И вспомнила, что раньше, когда летала в Украину, у меня прям был целый список того, что я обязательно должна съесть за поездку. Я помню, что там были вареники, там был борщ. А, понятное дело, борщ можно и в Канаде сварить, но продукты не те. Мама мне вчера дала помидорки черри попробовать. Говорит, на, попробуй, поешь. А я уже так наелась, нормально. И она мне, значит, подсовывает. Я одну беру, съела, а потом так всю пиалочку. Раз, и просто ее всю съела. Вкус помидор, вкус овощей вообще здесь другой, поэтому и борщ здесь был совершенно другой. Но борщ меня уже вчера ждал. Борщец я уже съела вчера. Сегодня я хочу сегодня... Ну, будем грешить, понятно, это дело, у меня есть повод. Я 3 года не была в Украине, могу себе позволить съесть там что-то вредное или что-то, что я обычно не ем. Сегодня я буду есть сырники. Очень хочу сырники. Сама их дома готовить не буду. Нет, это вот чисто украинская тема. Я не против. Знаете, в Канаде есть канадская
и даже 3 года, да, вот не есть ничего прям украинского. Зато потом, когда прилетаешь на родину, оно же все такое прям настоящее, как должно быть. Так что сегодня у меня будут сырники и, может быть, суши. Посмотрим. Вы видите, это деревня полудурса с балкона? Да, вот я хочу его посмотреть. Вот. 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 Я хотела, чтобы было больше места. Так, пойдем, я переоденусь, мне жарко. Ой, у тебя там эта ленточка украинская? Да, и тут. О, как красиво. На всех чемоданах. Класс. Отдыхайте. Спасибо. Есть. Она твердая, да? Карточку забираю. Боже, мне нужно проснуться. Мне нужно уже перейти на время, чтобы у меня начал работать мозг. Я уже забыла, что я положила, что я не положила. А обычно я ничего никогда не забываю. У меня все схвачено. Все, идем. По-одесски. Создала нам атмосферу. Я, конечно, стараюсь быть более леди, не поддаваться на эту канадскую. Чего ноду. Тебе в таком хорошо? На это. У меня слишком уже много всего. Просто все спортивное уже понятно. Все, я нашла. Я лечу в Канаду. Дитячий засіб для купання, крем для тіла, бальзам для волос. А для лиця вообще нічого. Бути такого не можна. Крем, бальзам для стоп. Вот для лиця тут должен. Нет? Или это другая марка? А я не знаю, что это. А чё, свет горит? Давай позвоним. А, нет, есть мальчик. Я хотела себе купить, знаете, такая есть четверочка у Tom Ford. Классика, там ага. Черный, беж, склад. Нам нужно собрать. Вот. Мне нужно смоки, тут на ваше рассмотрение. А темнее его ничего нет. Черный, но нет наличия, к сожалению. Ну, меня набрать. Да, конечно, можно записать, просто на телефон. Ты что, вообще я думала собрать даже не четверку, а шестерку. Можно же? Как раз приедет новая палетка на 6. Вот. Потому что эти у нас идут отдельно, тени отдельно? Ну, желательно, хотя Игорь в прошлый, они с Леней уехали. Так, кто там говорил, что фон у меня какой-то не такой? Я придумала, вот. Мне кажется, вообще прекрасно. Вот вы хотели что-то из прошлой жизни? Вот, по-моему, вообще прекрасные времена были. Хлеб по сколько там, мам, был копеек? По 26. Вот, смотрите. Ну, конечно, хлеб по 26 копеек я вам не верну, но что-то из прошлого... Доброе утро. Божечки, как я спала. Я спала, как мертвые бджолы не гудуть. Вот то была я. Как же ж я хорошо поспала, выспалась. Боже, это всего лишь вторая ночь. Я так переживала, думала, а если тревога? А если что, мне тревога? А если она летать начнет над головой? Это же мне надо будет выйти в коридор. Вышла человек к ребятам, говорю, ребята, а как бы у вас есть бомбоубежище какое-то, да? Есть... якась сховинка, что-то есть, но я не видела, правда. Но надеюсь, что я не увижу, как бы. Вот, сейчас нужно идти вниз, потому что готов мой завтрак. Захожу в номер, а тут он. Дружище, ну зачем ты тут? А!
Доброе утро в Одессе. Мне снова повезло. Погода огнище сегодня будет. Вчера мне было жарко. Мне все говорят, боже, Настя, ты замерзнешь, это так легко делать. Я говорю, ребят, вы что забыли, откуда я прилетела? Вы чего? Какой холодно! Здесь не холодно. Идемте гулять. Что такое? Один? Втор... Откуда? Я тут боялась атаки дронов, тут вообще другие атаки идут. Причем изнутри прям. Это что вообще? Я думала, что мы будем не здесь вообще где-то, а вот там. Можем туда пойти, но здесь просто... Не, ну я тоже сюда хочу. А долго нам? Короче, мы не можем зайти в торговый центр, потому что воздушная тревога, а когда воздушная тревога, торговые центры закрыты. Лена, у меня вопрос. В чем ты спишь? Голо. В смысле голо? Всегда. Подожди, я вчера легла. Своя маленькая красивая пижамка. Лежу такая, думаю, блин, тревога будет, а если надо будет? Если я услышу, она там где-то взорвется, я ж как вскочу с этой... Куда я побегу в этих двух тряпочках? Я спала в штанах и в кофте, и в носках. Ты побежишь голая, побежишь? Да не знаю, чем это. В одеяле. Еще кошек надо будет собрать. Можно в кроссовках спать? Я в носках спала. Главное, у тебя должен быть рюкзачок собран с водой, обязательно с паспортом. Что-то там. Вот первая необходимость. Это всегда рекомендуют, чтобы рядом стоял возле кровати. Я поняла. В общем, мы решили пойти поесть, посидеть. В ногах, правда, нет. А просто стоять я не могу. Мне нужно либо ходить что-то смотреть, либо что-то делать. Ну, либо сядем, поедим тогда. Я этого всего не видела вообще. Это вот это? Лена привела меня в какое-то красивое место. Называется Бенедикт. Мы решили в Ростере не заходить, потому что там я была. А вот тут я еще не была. Очень красивое место. Лена говорит, что у меня лицо очень худое в жизни, а на камеру нет, и кожа лучше. А я говорю, что это дебильная айфоновская камера. Я ненавижу айфоновскую камеру, но я все-таки решила снимать на айфон, потому что если я буду еще париться за качество каждого миллиметра видео, то вообще никаких видео не будет. Вот. А ты, кстати, меня так встретила. Ты помнишь, что ты мне сказала, когда ты меня только увидела, когда мы увиделись? Очень красиво. Нет, ты сказала мне, что ты не опухшая. А я вообще не поняла, что это за вообще ты. Привет, я так рада тебя видеть. Такая обняла и такая, ты не опухшая. Там выскочила. А я не поняла вообще, к чему ты это сказала, опухшая. Почему опухшая? Я никогда не опухшая. Это камеры, объективы и так далее. Ну, будете меня терпеть такой? Подождем, я не знаю, сколько еще лет надо ждать, чтобы... Но айфоновская камера вот на 13-м, она, конечно, очень классная. Но вот кожу уродует лицо просто, ну, я не знаю, что делать. Накладывать еще больше макияжа. Такой красивый салат. Обожаю свои листья. В общем, мы поели, мы уже погуляли, а тревогу все не отменяют. А когда тревога, то ну все, никуда не зайдешь, только рестораны открыты. Поэтому мы опять идем садиться где-то пить кофе. Мы вообще ничего, мы даже воду не пили, да, в этом? Нет. Вот мы пойдем пить. Ну что мы пойдем пить? Мы будем пить кофе, я даже буду пить кофе. И Лена говорит, что там очень много... Ничего, что ты твое имя сказала? Что? А ты не хочешь, чтобы я тебя снимала, нет? Нет. Что там очень большой выбор пирожных. И место называется Телескоп. Что-то я не слышала, не знаю, что-то новое. Мы пришли, а тут все закрыто. В общем, мы решили не останавливаться и пройти всю трассу здоровья. Длина 6 километров. И мы подумали, что мы уже пойдем туда. И там в самом конце есть место, которое мне очень нравится. Я туда хочу попасть. Называется Терраса. И будем надеяться, что не закрыто там. И мы таки присядем.
мужика два. Вот когда я хотела себе черного кота, вот я представляла себе вот такого вот. Ты такой красивый. Такой, слушай, ты знаешь, что шерсть у них такая другая, у моей кошки шерсть какая-то такая мягенькая, мягенькая. Она такая пушистая, как белочка, знаешь, а у них такая набитая прям. Кися, посмотри. Ах ты ж. Тихо. Я на тебя сейчас наступлю. Кусать хочешь, да? Кусать? Ничего. Ах ты ж скотина. Сейчас этих яиц у него, блядь, не станет. Не трись об меня, вонючка. Иди. В Одессе канадец после ночи с одесситкой обнаружил, что утром вместе с ней исчез телефон и золотые украшения. Добро пожаловать в Одессу. Это была не я. Конец октября. Что интересно, и вот так вот. Так, еще раз вот это какой? Жемчужина, да. Возьмали, разрезали, были руками. Вот здесь маскарпоне, сок черники, по центру тортик, команда маракуйя пюре. Монументальный. Можно кусочек, да? Хорошо. Очень. Будем грешить. Ну, слушай, мы прошли с тобой полтора часа. Мы сожгли калории, так что мы можем себе позволить. Я Ленке привезла в подарок сумочку. Очень красивый цвет. Хотела вам показать. Лена не хочет, чтобы я ее снимала? Ей так идет. Мне кажется, эта сумка вообще всем подойдет. Очень красивый цвет. Боже, какая прелесть! Спасибо! Мне не очень понравился десерт, который мне принесли, ну, потому что Лена чизкейк, ну, он просто нереальный какой-то. А вот мой десерт был, ну, я не знаю, ну, просто обычный. Я вообще такое ощущение, что он как будто постоял здесь неделю уже. И когда мальчик спросил, как ваши десерты, ну, я так и сказала. Но я его съела. То есть я говорю, он уступает чизкейку, конечно, но я все съела, говорю. И мне принесли другой десертик, чтобы я забрала его домой с собой бесплатно. Я попыталась найти что-то для кучерявых волос, я не нашла абсолютно ничего. Я не ожидала, что вообще просто ноль банок. Ни на одной банке не написано для кучерявых волос, для вьющихся волос. У нас в магазинах в любом бренде уже есть Garnier, Pantene, Herbal Essences. Все есть много, и спреи, и ополаскиватели, и шампуни. Я надеялась, что здесь будет хоть просто одну баночку для кучерявых, вот я... ноль. В общем, получилось что-то пушистое, что-то вообще невнятное такое. Но зато есть объем. Ладно, так, и уже хотелось бы как бы выйти с номера и что-то начать делать, а тревога, и все закрыто. А с Евы, кстати, меня не выгнали. Вот в Еве я купила карандашик для губ, очень красивый, и купила консилер. Еще мне дали в подарок хайлайтер, который мне не понравился по цвету, просто он мне не подходит вообще, мне кажется, он никому не подойдет по цвету, спрей, закрепляющий макияж, который, ну, вроде ничего. Вот, и вся я такая накрашенная, красивая, со свежими высушенными волосами, и мы не знаем, что делать. А просто гулять на улице ветер сильный. И вот мы сидим и гадаем. А, нет, спасибо, я просто хочу посмотреть. Это было 172. Если без России, я не из России. Они все на русский язык нормально реагируют. Кудряшка съел. Идем кому-нибудь под машину богатому кинем. Под лохари тачку, да. Нифига себе, с резиночкой. С резиночкой, когда такое было? Закрыли стейкхаус. Как так? Брайан сказал, что стейк, который он пробовал в стейкхаусе, был даже лучше того, что он пробовал в Нью-Йорке, в каком-то там дорогущем ресторане. Он был вообще в восторге.
Это уже год как а там. Где Ева? Все? Разорилась Ева. А почему она сказала, Ева на деревах есть слева дальше. Короче говоря, я как турист. Все новое, все по-другому. Я хожу, головой мотыляюсь. Может, знаешь, оно и хорошо, что у меня не было 3 года. По-новому. А то, когда приезжаешь каждые 3-4 месяца, все одно и то же, и как-то, я не знаю. Абсолютно точно. Мы идем в Монику. В Монику? Да. Это у нас просто никто даже не покупает, Томми Хильфигер, нафиг никому не нужен. А здесь, наверное, считается типа классный, да? Ну, хороший. Да. Так, у тебя здесь есть signature dishes, которые ты любишь заказывать? Да, салат с киноа, с огурцом, там еще что-то, посмотри, очень вкусно. Я теперь понимаю, почему многим украинцам не нравится Реджайна, когда они прилетают с Украины, они улетают сразу, потому что в Реджайне нет ничего вообще. Нужно найти повара, соблазнить его и украсть у него все рецепты. Так, Лена сказала, война войной, а десерт по расписанию. А я говорю, что я говорю? А ничего не говорю, просто возьму, сейчас его и съем. И все, что тут еще говорить? Так, я говорю, нам куда? Нам куда? Да. Ты же обувь хотела? Да. Слушайте, ребята, что-то подделок стало просто так много. Раньше такого не было. Раньше я что-то не помню, что прям так вот в открытую их прям продавали. Надо было где-то заказывать с каких-то инстаграм-аккаунтов. А сейчас, пожалуйста. Смотрите, Гуччи. И не просто Гуччи, а круче Гуччи. Девочки, вы не представляете, что я сейчас испытываю. Я никогда не была в магазине, где я могла бы просто вот посмотреть вживую и выбрать для ногтей все. Ручки самые ходовые, я их не вижу здесь. Вот этим пользуешься или нет? Конечно, они в таком восторге, когда что? Зависел. Они, кстати, доставляют по миру, что очень круто. Да, отлично. Угу. И давайте мне еще вот это. Это ихние новинки, это светоотражающие. Так, светоотражающие не сильно идут у меня. Я просто в Канаде живу, и там они еще не созрели. И еще нет. Угу. Посчитайте меня, пожалуйста. Я сейчас подумаю, все ли я взяла. Конечно, не все. Вот. Буду идти пешком с Канады сюда. Только чтобы выбирать вот так вот, а не по Инстаграму. Мы сейчас разберемся с Настей. Да. Сейчас у тебя основная жалоба. Давай. Нервная система. Не вырубается. Тяжелое засыпание. Да, прям верчусь. Мыслей много. И даже пытаюсь сконцентрироваться, вот как и в медитации. Говорю мозгу, все, спать. А он не слышит меня, он продолжает. Каннабис, это... Да, самую слабую я беру и делаю одну затяжку. И у меня все такое, я ложусь. И расслабилась. Да, и все равно я думаю, но хотя бы оно меня именно вот заставляет расслабиться. И я засыпаю. Хотя иногда бывает тоже, что все равно могу там долго думать. Хорошо, все замечательно. Видите, вот все хорошо. Все прекрасно. Вот все. Нервно слабенькая. Не то, что слабенькая, вы впечатлительные. Мы впечатлительные. Вы красивые. Поэты, художники, композиторы. Это фосфорный тип называется. Быстро потухают. А да, я могу потухнуть, вот. Прям потухнуть. Потухли.
снова, нужно восстанавливаться. То есть фосфор, все время вам фосфор выписывают. Нет, я тебе тут нормализую, и там нормализуется. Все с головы. Все оттуда. Я даже зуд кожи головы победила. Который меня мучил 10 или больше лет. Да? Да. Все тело, какая я умная. Я даже не знаю. Вы очень умная, вы что? Какая я умная. Ты смотри, что делается. Ну, то есть... То есть то, что я курила вот эту затяжку, это плохо? Ну, конечно. Да. Ну, как? Ну... Но оно мне помогало. Оно же помогает. Без него я была такая замученная. Ага, антидот Апис. Все. Все. Я тебе сейчас уже его выписываю. Зависимость от каннабиса мы уберем. О, и писить будешь лучше. Еще лучше? Почки. Улучшается работа почек, все выходит. Красиво. Красиво выходит. Красиво, пахучее, красиво. Да, девочки, со мной вы полистаетесь. Да. Убийственное. Апис 30. Это антидот к каннабису. Это мое. А я сама должна набирать? Да. А раньше они давали. Белая решка? Да. Может спрятать 100 баксов где-то вам? А что? Я знаю, где. Парень и просто попросил еды. Вот честно, сердце разрывается. Я на такое вообще не могу смотреть. У меня аж слезы на глазах. Да тихо, все нормально. Блядь, для меня это просто пиздец, что нельзя было. Сколько здесь я заплатила вообще? Я не заметила, чуть-чуть. Вон он сзади там. Копейки. Чтобы не было на еду элементарно. Для меня это... Я покупаю часто вообще такое? Двум соседкам в подъезде постоянно иду. Старым бабушкам. Я вот хотела алкоголь. Не, извините, ребята, алкоголь, сигареты, это нет. Это не ко мне. Боль сигареты я не оплачиваю. 532 гривны. Что это в долларах? На меньше 20. Не, ну это все равно он очень там набрал. Я не знаю, как это съест за один раз. Ну они с собой возьмут, я уверена. Там еще в пластиковых шняжечках. Все. Хорошее дело сделали. Людей покормили. Сама не что. Да, сама себе взяла чуть-чуть. Много не надо. Проснуться в 5 утра и смотреть Доктор Хаус на украинском языке. Вдохновлена Анастасией. Да, спасибо большое. Пошла в парикмахерскую, а тут как бы все распушилось, но ничего. Боже, как это вкусно, я не могу. Лена, возьми ложечку, попробуй. Прикольно, да? Подожди, подожди, там еще внутри. Копай, 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 там внутри. Такой нежно-нежно. Приглашенная экскурсия на синем дельфине. Часовая обзорная пресс-криминальная. Конечно, качество кожи не поймешь, но, блин, кожа хорошая. Я почему-то не понимаю, как это так. Я ем все подряд, я ем здесь десерты, а у меня кожа вообще не портится. А в Канаде только начинаю кушать, блин, чуть что не то, и сразу какой-то ужас. Боже, какая там еда ужасная. Просто именно ужас. Надо бежать оттуда. Во. Ну его нахер, холодно, далеко, еда говно. Что-то похудела. Я похудела, а вы что-то вообще? Рада вообще. Не помню вас. Ну, все нормально. Послушайте, я тут уже ем и ем и ем и ем. Кость. Я тут уже в Одессе сколько? Я ем и ем и ем и ем. Два дня? Неделю. Седайте. Приятно прям. Парень с Канады. Ой, это у нас там вот это все продают. Давайте пойдем сверху вниз, а вы мне расскажете, что вы хотите. Так, я хочу вот эти.
что-то не стереть, Настя, что-то жрет. Я хочу вот это. Я хочу вот это, кролик. Я хочу вот это. И вот здесь. О, пропустила, да. Вот тут прям хорошо, а вот... А это что значит? Вот чуть-чуть уже теряется тонус. Почему? Из-за без мяса или что? А, да, то есть коллаген, эластин. Ну, с точки зрения медицинской. Так, а рыба, что? Ну, рыба омега-3, это будет увлажнение кожи. Да. Это если сухость губ и все такое. Да. Ну вот чтобы... Ну вы что рекомендуете есть? Хорошее мясо. Ну, вот красное, не хорошее мясо. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Не обязательно красное. Кролик, индейку. Нет. Это диетическое. То есть... Курица, скорее всего, нет. Я за... За что? За индейку, за... Окей. За короля. За короля. Интересно. Вот ты сейчас двигала этими штуками вот очень сильно. Делаем. Офигеть. А теперь расслабили. А еще раз. Де гроші? Які гроші? Ми бровками. Ці руки нічого не крали. Що ви кажете? Вона сразу нічого не крала. Ніякі гроші, ні. Глаза или нос? Що? Глаза надо очень. І нос теж. А ну-ка, от так глазика мені. Ой, ничего нету. А ну да? Давайте зеркало. Давайте зеркало. Смотрите, я поставлю две точки сюда. Ну окей. Ладно, три. Окей. Потому что тут вообще все хорошо. А теперь. А, теперь Лени. Хорошо. А теперь еще раз Дао. Так, все. Ну тут мало, конечно, вам что видно, но я красив. Сколько людей? Погода хорошая. Колосо. Вот, находи. Я со мной куда закинула. Настя, спасибо. Боишься? Очень. А зачем ты ходишь сюда, если ты боишься? Адреналин получать. А вон форт, который хотят отобрать себе. Дядя Пукин. Хер ему большой долг. Мне очень повезло с погодой, очень. И ракет нет тут никаких, не летают вообще за все. Сколько я уже здесь, 2 недели? Сейчас нет, ракета над головой такая раз. Привет, Настя! Тебе вообще не страшно? Подожди. Нет. Я бы, наверное, обосталась. Сегодня увидела ракету. Видишь, тебе солнце всегда светит. Да. Окей, я понимаю, почему тут все зависают. Так море волнуется красиво. Вот и поесть можно. Ого. Раньше было еще побольше меню, это сейчас из-за войны, я думаю, они урезали. Господи. Так ты пришла, слушай, пусть тебе рекламный контракт предлагают. Там же качалка, вот смотри, видишь в углу? Там качалка, там бассейн. Как называется процедура, которую ты делаешь? LPG? LPG. Значит, Леночка, моя подружечка, она кушает булочки, она кушает десертики, а потом ходит на LPG. А мы куда пришли? А мы пришли в зоопарк. Скажите, а про...
продают там на территории еду? Да. Здесь есть киборик. Там супер. Привет, маленький. Привет, солнышко. Кого им можно кормить? Всех, кроме хищника. Так, я взяла тебе, один меня. Большая ворона что-то держит в клюве. А этот павлин-мавлин ест. Вот это да. Так и живем. И он прям держит и не отходит. Ну, вороны, конечно, очень умные. Ой, Миша. Мишенька, смотрите, какой Миша. Ух ты какой. За жопу. Вот этот клюв меня реально пугает. А ты сверху пересыпай. Настя, ты мне нужна целая, пожалуйста. Звук. Щелк. Мне пальцы покусают. Ты так настойчивая, это все. Началось. А мне? Тихонечко! Сейчас все будет. Ты сюда иди, мне тоже дай. У меня уже пальцы подают. Кусай. Иди убеги. Лисица звичайна. Звучит как-то даже оскорбительно, как по мне. Спасибо большое. Так, ну, я пакую уже косметику, которую я накупила. Вот тут для ногтей все. Тут еще просто для лица, для тела косметоз. Нужно все это обмотать, чтобы ничего не протекло.